всех, кто смотрит нас на канале ТБН и Вера 24. Сегодня у нас проповедует помазанный Божий человек из города Барнаула, пастор Андрей Мурзин. Спасибо. Слава Господу! Мир Божий вам, драгоценные. Действительно, это всегда торжество, это радость, когда мы вместе можем прославить Господа. Буквально вот как-то так получилось, что прям как будто вот я прям с горы спустился в буквальном смысле. Была возможность с семьей вот съездить на несколько дней. У нас рядом Республика Алтай, если кто-то был вот в наших чудесных красотах, просторах и высотах, которые Бог создал там, в Алтайском крае, в Республике Алтай. И когда вот стоишь на какой-нибудь вершине, на каком-нибудь таком возвышении, и мы поднимались на такую гору, которая называется Солоп, с семьей всей, у меня 4 детей, жена. И когда вот я стоял на этой верхней точке, 1000 там с лишним метров над уровнем моря, может, не совсем высоко, если сравнивать с другими какими-то вот имеющимися в мире высотами, да, потому что есть там и под 10 километров, если не ошибаюсь, горы, куда уже ты просто так не поднимешься, вот как бы захотел, пойдем, да, пойдем, ну, как бы нужно иметь как минимум очень серьезную подготовку и соответствующую экипировку. Но вот здесь как-то, так сказать, человек средних физических данных может туда вполне свободно подняться, поэтому добро пожаловать. Я говорю это не случайно, не зря, потому что с этим местом сопряжено и наше служение. Бог нам дал возможность начать служение в Республике Алтай, это Турачак, районный центр. Если вы будете там, в этих местах, если, может быть, у вас там есть родственники, друзья, знакомые, мы всегда рады вас принять, встретить, напоить горячими травами алтайскими, преломить Слово Божье, помолиться, пообщаться в простоте. Для этого есть все возможное с нашей стороны. И самое главное, что наши сердца открыты для общения. И таким образом, я верю, Слово Божье будет проповедоваться. Поэтому, пользуясь случаем, говорю всем добро пожаловать. Приедете? Все, поехали. Все. И вот знаете, стоя на этой верхней точке, разные мысли вот в голове возникают, потому что, во-первых, это высота, и как бы это неестественное место пребывания в принципе, потому что обычно вот мы где-то живем, ну, может, кто-то забрался на 9-й этаж, да, в своей панельке, кто-то, может, повыше, кто-то пониже, кто-то в частном доме. Мы как бы на своей территории привыкли ориентироваться в этом пространстве, да, там у кого-то автомобиль, кто-то на общественном транспорте передвигается. Но когда ты поднимаешься на неестественную для тебя точку пребывания, происходят в голове некоторые процессы, которые как бы в обычной твоей повседневной жизни не происходят. Ну вот таково устройство вот, бытия. И я стою на этой точке верхней, и я думаю, надо же, а ведь это не самая высокая точка, а есть еще выше. И думаю, а сколько было воды, да, вот во время потопа. Представьте, вселенский потоп, история Библии говорит об этом, что первый мир был потоплен водой, и написано, что выше самой верхней точки, самой высокой вообще горы, которая есть на земле, вода была поднята на несколько метров, то есть ни одного не осталось места в зоне соприкосновения с плотью, все было потоплено. Только один, мы знаем, по великой Божьей милости, Ной с 8 душами в ковчеге был спасен во всем этом. Это есть определенно свершившийся на тот момент Божий суд, потому что человечество дошло до такого неистового, развращенного состояния, что Бог сказал, все, земля будет потоплена, потому что люди весьма развратились, и нечестием наполнилась земля, нужно было делать какой-то новый виток, новый этап, делать что-то новое, искореняя вот это разложение, вот этот царящийся, господствующий грех. И Ной был спасен, потом от него происходили люди, то есть размножались снова. И вот как-то все так получалось опять у нас, у людей, неправильно многие вещи, и Господь сказал, ну все, не вечно духу моему, в общем, вот быть среди всей вот этой плоти.
сократим лета их жизни, при большей крепости в среднем будут около 80, так говорит Писание. Но первая трагедия, да, и вот как бы в контексте темы, о которой я хотел говорить, наказание, тире, наказание, тире, наука. Вот в контексте вот этой темы хочется сказать, что это не просто, знаете, какие-то вот элементы подзатыльника или какой-то там палки провинившемуся. У этой темы очень большой диапазон. И от каких-то глобальных судов, от каких-то действительно трагедий, которые знает мир за все свое существование, я хотел бы поговорить о чем-то таком личном, что происходит в наших сердцах, как бы сузить немножко вот этот диапазон, ну и где-то в процессе поговорить о каких-то вот происшествиях, как я сказал, когда был потоп, чтобы просто нам сосредоточиться на себе, на своих отношениях с Господом. Потому что однажды настанет, как бы нам ни хотелось, настанет такой момент в жизни, когда каждый человек, он предстанет перед Господом. И он неминуемо, он даст отчет в своем уповании, в своей жизни. Он даст отчет за все. Написано, что Бог будет судить каждого человека. И все тайное, было ли оно добрым или было худым, оно однажды будет обнаружено. И просто эта тема, она мне близка на этом этапе моей жизни. Может быть, вы спросите, а чем его там так Бог наказал, что он решил об этом говорить? Слава Богу, знаете, в Писании написано, по милости его мы не исчезли. И если бы Господь применял всю свою ярость к нам за наши прегрешения, за наши проступки, или у нас бы была власть такая, чтобы мы сразу же решили какие-то суды за наши провинности там, и какие-то неправильные действия. Ох, как бы мы поредели в численности. Кто написано, кто вообще может, так кто же может вообще спастись? Прозвучал однажды такой вопрос. И это очень правильный вопрос, потому что невозможное человеком, а нам самоизбавление, самоискупление, самоизменение, самоспасение невозможно ни в коем случае. Наша с вами самоправедность, о которой мы думаем, что мы правильные, она подобна запачканным, замаратым одеждам, говорит пророк. И мы по своей природе, мы не можем ничего в жизни изменить самостоятельно. Как эфиоплянин не может изменить цвет своей кожи. Как барс, пятнистый, вот этот пятнистый кошка, не может убрать пятна со своей шерсти. Так и мы не сможем убелить себя, изменить свои сердца. Мы не можем себе роста добавить, мы не можем себе убавить его, мы цвет волос не можем изменить на своей голове. Мы ничего не можем без Господа Иисуса Христа. И вот это лучшая точка опоры соприкосновения наших отношений с Господом, когда мы смиряемся перед Ним и осознаем, что без Него, без Его божественной благодати, без Его чудесного сверхъестественного участия в нашей жизни, мы не сможем избавиться от наших грехов и изменить свои сердца. А про наши сердца сказано, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто его узнает? Кто его узрит? Я, говорит Господь, я тот, кто взвешивает эти сердца, я тот, кто вижу движение мыслей, знаю мотивы, знаю намерения. И поэтому определенно вот в этой теме наказания сокрыто для меня понимание какой-то скорби, какой-то, может, боли, каких-то переживаний, какой-то печали. Но вот куда все это мы направляем, когда мы попадаем под какую-то Божью дисциплину, под какие-то Божьи уроки, под какое-то Божье воспитание в нашей жизни, как мы себя ведем в этот момент, это определяющий для нас момент, какими мы станем на выходе через все это. Потому что в любом случае жизнь, сам Бог, подразумеваю под словом жизнь, сам Бог, Он преподает нам ценные уроки. Как отец воспитывает своих детей, так и Бог. Он заинтересован в том, чтобы наша жизнь была нераздельно, неразрывно, тесно связана с Ним. Потому что вне Бога мы знаем погибель. Вечная. Не просто проблема каких-то временных трудностей. Драгоценные. Человеческая душа, она вечна. Мы не просто здесь на время, и потом однажды уснем, и выключится свет, и пропадет память, и пропадут чувства. Это великое заблуждение.
Здесь на земле для нас самый основной определяющий момент, где мы окажемся в вечности. И каждой дорогой душе, все, кто сегодня слышит Божий призыв, время задуматься, время пересмотреть, обратиться на своих путях к Господу, исследовать свои сердца, испытать себя перед Господом, сказав Ему: «Боже, взвешай, испытай меня и узри, не на опасном ли я пути», говорит Слово Божье. Поэтому, драгоценные, вот это наказание, оно произошло как результат грехопадения еще раньше. Пожалуй, как бы стоит выделить два вот таких основных, самых глобальных, на мой взгляд, момента. Про потоп мы уже сказали, но перед этим что-то тоже произошло. Оно не было, в этом событии, инциденте не было задействовано такое количество людей, но оно дало отчет тем событиям, которые сегодня как последствия, как следствие происходят и происходят снова. Это грехопадение в Эдемском саду. И мы знаем, что, согрешив перед Господом, Адам и Ева, они впустили смерть. Она начала господствовать в людях. Они дали место дьяволу, сказать уж проще, и потеряли то владычество, которое в первородном положении и их статусе было даровано им от Господа. И они были изгнаны, что самое вот здесь трагичное на тот момент, изгнаны из Эдемского сада. И возврат туда был невозможен. То есть Бог наказал этих двух людей. И он был невозможен. Смотреть. Насколько я правильно понял, оригинал еврейского текста, что там по периметру, как это Библия говорит, здесь написано в синодальном, был поставлен херувим, который имел вращающийся меч, и он охранял доступ к дереву жизни. Казалось бы, то, что изначально было создано и даровано людям для того, чтобы они имели всегда жизнь в нем, теперь стало объектом недоступным, изолированным и невозможным для пользования человеком. А почему? Потому что человек стал недостоин, он стал падшим. В его сердце пришел грех, пришло зло, и Бог на тот момент, он, понимая всю трагичность этого сюжета, он не мог по-другому поступить, потому что если в этой греховной падшей природе человек прикоснется к этому плоду жизни, он превратится в вечного грешника. Представьте себе, это невообразимая картина. Если бы люди остались бы на земле, не подвергаясь вот этому рубежу просто перехода в вечность, окончанию своих лет земного странствования, продолжали бы без конца грешить. Мы можем спорить: нет, мы бы достигли высшей точки гуманизма, и мы бы так бы обучились, мы стали бы такими умными, что мы бы и без Бога могли создать прекрасное светлое будущее. Я уже где-то это слышал, и ты, наверное, тоже. Наши все попытки, вот такие вот, что-то создать без Бога и изменить себя, они всегда будут обречены на абсолютный провал. Всегда. Потому что там, где есть человек в своей падшей природе без Христа, везде есть проблемы. Везде есть коррупция, везде есть обман, везде есть преступление. И так получается, что именно посредством вот этого наказания Бог, Он регулирует процессы. И наказание имеет разный диапазон, да, как уже говорил. Где-то административное, где-то уголовное, если так сказать, светское положение брать. Кому-то этого, если не хватает, включаются другие механизмы. И написано, что когда суды Божьи совершаются на земле, живущие научаются правде. В этом всем, в Божьем действии, есть наука к исправлению. И мне хочется начать с Евангелия от Матфея. Давайте откроем 18 главу с 23 стиха и ниже. «Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов.
А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Весьма суровая действительность. Умные люди подсчитали, это долг эквивалентен 60 миллиардам рублей, чтобы нам понятнее было. Для меня это какая-то сказочная, фантастическая цифра, как бы я даже не представляю, 60 миллиардов рублей. Представьте, тебя призывают и говорят, верни-ка 60 миллиардов. И вот этот момент, когда этот слуга, имеющий столь великий долг, стоит перед господином, которому надо отдать, он, знаете, о чем говорит? Эта история, она не зря начинается, это очень важный момент. Если мы это не возьмем во внимание, мы не поймем, о чем эта история. Еще раз, смотрите, 23 стих. «Поэтому Царство Небесное подобно Царю». Это история о Царстве Небесном. И когда мы видим этого слугу, имеющего невозможность оплатить свой долг, мы должны видеть на его месте себя перед Богом. Мы не можем Богу ничем воздать. Мы не можем никакой абсолютно... Выкуп и все наши попытки, они тщетны абсолютно. Все, мы в неоплаченном, неподъемном долгу перед Богом. Безумство спорить с этим. И если кто-то еще себя представляет каким-то князем без Бога, живущим достаточно и пышно, это безумие. Без Бога написано, все люди согрешили и лишены славы Божьей. Наша жизнь без Бога подобна, как рабы на галерах. Просто материал, который движет эту лодку. И когда происходило какое-то бедствие или шторм, или нападение на эту лодку, и она терпела свое крушение, или просто ее поджигали какие-то пираты, никто не задумывался, о, у нас там в трюме сидят рабы, которые там махают веслами, надо их срочно, а они же все еще и прикованные были, надо их срочно освобождать, чтобы они тоже спаслись. Про них никто не думал. Они вместе с этим судном, как часть просто механизма, как часть, как шестеренки, они вместе с этим судном, про них никто не вспоминал и не думал, они шли на дно. Это участь каждого грешника. Только Бог способен спуститься вот в эти обстоятельства, подобные вот такой безысходности, и освободить, исторгнуть нас. Поэтому нельзя представлять жизнь без Бога, себя в каком-то другом положении. Потому что надменное гордое сердце, оно и думает, что да кто это раб, да конечно, у меня-то все нормально. Это великое заблуждение. А вот когда мы так думаем, что жизнь без Бога, она подобна вот этому рабству, когда ты нисколько не стоишь, ты нисколько не весишь, это есть хорошая точка отсчета, точка опоры, чтобы Господу воззвать. Потому что Бог, Он смиренным дает свою благодать. И покаяние – это когда мы осознали свое бессилие, свою безысходность, свое рабство. И сказали, Боже, помоги. Вот она история, когда человек оправданным идет в свой дом. Когда сокрушается в своем сердце, говорит, Боже, я недостоин, вот он я понимаю, я как раб на галерах, я без тебя ничего не могу. И Бог, видя это сокрушение, высвобождает человека из этого плена, из этого пожизненного заключения, по-другому это никак не назовешь. 25 стих, история продолжается, а как он не имел чем заплатить? Ну, естественно, государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу». Ну как? Ну это невозможно. Тебе несколько десятков жизней не хватит, чтобы вернуть этот долг. Это невозможно. Но оказавшись в такой ситуации, когда под угрозой все, просто тебя забирают со всем, что у тебя было, как здесь перечислено. Что еще говорить-то? Вот так и происходит, что каждый в такой экстренной ситуации пытается, кто-то листья на себя там смоковные навешал, кто-то еще там пытается кому-то звонить, там другу, я не знаю, там брату, свату, молиться каким-то богам, когда трясет. Помните, когда Иона тоже спал в трюме? Там же тоже люди все начали в переполохе, каждый там своего бога
призывать, чтобы просто ситуация поменялась. Но все это было бесполезно. Вот мир сегодня также, он барахтается в каких-то вот просто религиозных экстазах, религиозных каких-то течениях, в какой-то практике оккультной, в какой-то бесовской практике барахтается мир, пытаясь глотнуть какого-то живительного глотка, пытаясь призвать какую-то силу в свою жизнь, чтобы обрести надежду, чтобы получить какое-то умиротворение, но так и не обретает вот этой надежды, не обретает этого мира. И не получится его обрести без Христа. Потому что только Христос есть истинная пища и питье. Потому что только Христос есть та живая вода, которую человек однажды возьмет и испьет, не будет жаждать и не будет иметь необходимости искать какие-то водоемы, какие-то колодцы, чтобы утолить свою жажду. Истинный источник жизни. У тебя, Господи, глаголы вечной жизни. Нам кому идти? Это интересно, кстати, когда я был на этой вершине горы, я встретился с одним молодым парнем, и Бог дал мне возможность проповедовать. Первый раз я вот такой высоте. И когда мы спускались уже назад, встретили интересную группу, человек 15 людей, которые, ну вот, наше место, вот еще, кстати, сказать, оно уникальное чем? Многие люди там ищут какую-то удивительную концентрацию, вот прям силы. Слово такое, Шамбала, слышали вы, нет? Люди ищут Шамбалу. Это вот сгусток такое, концентрации вселенской силы какой-то, вот, и если человек ее найдет, эту Шамбалу, я, конечно, как бы сложно представляю, как он ее найдет, идет по тайге, о, Шамбала, привет, понимаешь, и они такие с Шамбалой обнялись, такие, и у него вообще вся жизнь изменилась, и он такой по жизни с Шамбалой, очень сложно это все представляется, и когда мы вот спускались с этой верхней точки, вот эта группа прям людей под водительством какого-то водителя, который там был, и он им говорил, не отвлекайтесь, концентрируйтесь, но я просто все слышу. И когда я проходил, я понимаю, что я смолодушествовал. Это тот момент, когда я вот просто стормозил, сказать проще. Потому что у меня такое какое-то побуждение внутреннее было, знаете, прямо там встать и сказать, покайтесь, порождение хиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. Ну, как бы на расстоянии мы смелые такие, а там я такой, здрасте, такой, и побежал. А сам себя на мысли ловлю, ну почему ты не встал? А эти люди, представьте, ну это практика такая, вот куда-то людям надо залезть, куда-то в высоту, на какую-то гору, найти какой-то особенный камень, от которого там энергетика, и вот какое-то особенное место, сила природы, сила космоса, и вот они там концентрируют внимание, и кто-то там прям в экстазе, реально говорю, плачет прям, просто ревет прям там так громко, кто-то просто стоит, как бы, вот, как бы, улетая куда-то в космос. Это попытка, вот, как бы, человека обрести просто вот что-то сверхъестественное среди всей вот этой обыденности. Но, знаете, беда и трагичность вот такой практики заключается в том, что это попытка Индии, как написано в Писании, кто не дверью входит, тот вор и разбойник. Только Христос есть истинная дверь. И вот этот мир, который люди в оккультной практике в какой-то ищут, в эзотерике, в какой-то, в этой парапсихология разная, много-много разных направлений. Люди открывают тем самым свое сердце для бесовского мира, и многие просто травмируются в своем разуме, в своем рассудке, и далеко как бы нехорошо все это кончается для многих, потому что там рассудок, он теряет свою здравость, целостность, и не случайно, потому что есть место, которое херувим охраняет, и если этот меч коснется головы, ну, естественно, как бы мало не покажется, но
верующим в Иисуса Христа через смирение и веру в Господа воскресшего открывается вот эта дверь праведным путем в сверхъестественную жизнь. Поэтому мы приходим к Господу и обретаем не какими-то специальными тренингами и медитацией радость и мир, просто молясь перед Господом, просто призывая имя Иисуса Христа, мы получаем мир от Него через Его присутствие. Слава Господу! И это не травмирует нашу психику, это не травмирует разум, это не приводит человека в какое-то неадекватное поведение, что он не контролирует вообще себя никак. И говорит, это великая сила Божья, и он идет куда-то непонятно и не смотрит под свои ноги, и не видит никого перед собой. Когда ему говорят, остановись, подумай, что ты говоришь, что ты исповедуешь, как ты себя ведешь. Когда ему говорят, у тебя есть семья, у тебя есть ответственность, он говорит, нет, небо это мой дом, я в такой великой связи с Господом, что вы ничего не понимаете, только у меня есть самое лучшее откровение, у меня самые глубокие истинные сны, у меня самое лучшее пророчество, у меня какая-то великая книга, которую я сам написал, не через человеческие советы, напрямую через какого-то удивительного ангела. Сегодня мир наполнен такими спецэффектами, надо быть очень внимательными, чтобы не уклониться от простоты во Христе Иисусе. Аминь. Чтобы принятое Евангелие однажды, которое нам даровано, послано от Отца Небесного, оно не было искажено, оно не поменяло своей значимости просто в этом уникальном явлении рождения Спасителя, который пришел в этот мир, рожденный в яслях, Бог, ставший человеком, великое благочестие тайна. Аминь. И все, что кто-то пытается говорить и рассказывать какого-то другого Иисуса, апостол Павел в свое время сказал, анафема, маранафа, слава Господу. Будем держаться веры евангельской, будем держаться простоты во Христе, будем верить и не изобретать какой-то новый план спасения. И для этого нужно терпение, конечно же. Ной не мучил Бога и не страдал там от того, что ну когда уже какое-нибудь новое откровение придет для меня. Мне надоело строить этот ковчег. Господи, дай мне что-нибудь новое. Может быть, давай построим какой-нибудь удивительный дельтаплан. И именно так я буду спасен. Но нет. Слово Божье определенно дало четкое понимание спасения. И это нужно было пройти и преодолеть от точки А в точку Б, от начала до конца. И это есть акт смирения. Богом в наказании, которое проявляется для нас, определенно есть очень важный божественный промысел. В этом всем есть конечная цель. Не просто пораздавать подзатыльники, да, и не просто наказать. Бог не развлекается этим. Он знает, что просто такова реальность. Порой мы, стоит это признать, я не выступаю в роли какого-то вот человека, который грозный вестник, но просто давайте согласимся, когда порой бывает больно, мы что-то в жизни начинаем переосмысливать. Разве не так? Давайте вспомним, что послужило точкой нашего взыскания Господа. Давайте вспомним, что послужило точкой нашего отсчета в отношениях с Богом и твоего и моего прихода в церковь. Что это? Это определенно боль и теснота. Первый раз в этом потрясающем месте, в Божьем храме, я был, это конец 99-го года, ну 2000-й точно сказать, безошибочно, 2000-й год. Что привело меня, молодого парня, которому было 18? Ну, мне сейчас 18 с половиной. Но там в 2000 году прям 18, так, без половины. Что привело меня на тот момент, молодого парня? Я был просто разбит. Я пришел в своих штанах затертых, там, в каких-то туфлях, которых зимой и летом ходил. Я даже помню, когда мне братья Сергей Владимирович с Денисом Викторовичем великие какие-то помазанные белые брюки подарили. Не помнишь, Сергей Владимирович? Я в них ходил, как архангел Гавриил, потому что это был великий подарок в моей жизни. И я их, помню, сносил до такого состояния, что они уже просто, уже прям
просто стерлись, потому что настолько такой, не просто, знаете, что сама вещь, как бы, о, вещь, а знаете, какое-то такое, это мои братья, мои пастыра, они меня прям облекли в такие, знаете, они еще белые такие брюки. Это конец 90-х годов, представь, белые брюки, ты помнишь 90-е годы? Это вообще фантастика была, я первый парень на весь край был. Но, смотрите, что ситуация нам описывает дальше. Я тебе все отдам. Государь понял, что нет смысла разбираться и составлять какой-то договор погашения. Он все понимал. Бог все понимает. Мы ничего не решим. И что происходит? 27 стих. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил. Вау! Ну, можно немножко себя представить на месте вот этого прощенного? Там, наверное, просто вот, я не знаю, как так? Мне все простили. Что может там происходить в голове? Но тут же, смотрите, 28 стих. Вот здесь ситуация вообще какая-то неестественная. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Чтобы мы тоже понимали, это всего лишь 100 тысяч рублей. Разница ощутимая, да? Сколько он был должен, сколько ему его приятель должен. И схватив его, вот просто, он его начал душить, Писание говорит. И говорит, отдай мне, что должен. Вот, он его душит, трясет вот так и кричит, отдай мне мою сотню. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, я все тебе отдам. Вот, знаете, на самом деле, вот все, что с нами происходит, да, Писание же не зря говорит, что как бы мы хотели, чтобы к нам поступали, с нами, так и вы поступайте. Но здесь что-то у этого человека замкнуло вот в голове. И написано 30 стихом, он не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока тот не отдаст. Товарищ его, видев происшедшее, очень огорчились. Мы тут видим третью сторону. Знаете, всегда есть небо, есть у Господа свои разведчики, которые всегда, знаете, памятная книга всегда пишется. Ой-ой-ой. Как бы там ни происходило, когда ангелы пришли в Содом и Гоморру, вы вспомните, что они там говорили? Они же пришли, посланные от Господа, чтобы высвободить суд. Содом и Гоморра были сожжены, мы знаем, огонь с неба сошел, все испепелил. За вот это нечестие, в котором они находились. Но там есть в этой истории диалог интересный, где Бог говорит, до меня дошел слух, вопль с той земли. И я вот послал ангелов проверить, точно ли это так. Есть кто-то, кто постоянно что-то Господу говорит. Аминь.